Добрый вечер, Юрмала! Юрмала, Юрмала, добрый день! Опять с трудом получив шенген, вдруг полиция билась на ковре. Ведь сейчас играет Заря, Титари, перед нами дежавю и сумею любви. Молодцы, выделились. А где вы были, когда мы репетировали этот танец? Да, да. Где? Качели лизали. Зачем? Ну, у нас в Якутии холодно, там нельзя этого делать. Этого нигде нельзя делать. Ого, что завелась-то сразу? Тихо, тихо, не обращайте вы на нее внимания, а? Просто ей мужика хорошего надо. О, это верно. Да, это правильно. Подожди, так ты же ее мужик. Послушайте, я знаю свои проблемы, я знаю, о чем я говорю. Мужика ей хорошего надо. Женя, успокойся, ну ладно, ну что ты? Женя, а что ты начинаешь? Да а? Я не начинаю. Да никто ничего не начинает. Так давайте начинаем. Так давай начинаем. Дорогие друзья, в танцах главное не музыка и даже не техника. В танцах главное эмоции. Итак, встречайте, впервые в Юрмале самая эмоциональная бальная пара – Лена и Игорь. Остановитесь. Прекратите! Фу! Лена, Игорь, зачем вы приехали в Юрмалу? Значит, мы приехали, чтобы организовать танцевальный фестиваль. Не, ну а что? Для музыкантов фестиваль есть, для КВНщиков есть, теперь для танцоров будет, ну. Да. И как он будет называться? Будет называться «Пластичный дятел». Почему? Ну, это я в честь Игоря назвала. Лена, сфига ли это я пластичный, а? То есть вы сами все самостоятельно организовываете? Ну, почему самостоятельно? Нас поддерживают местные власти. Кто именно? Мэр. Ушаков? Каких ушаков, мэр Латышей, я тебе объясняю, что ты говоришь? Боже мой, Лена, латвийцев! Игорь Латышей! Латвийцев! Игорь! Лена! Игорь! Лена! Игорь! Игорь! Угомонись! Грабли убери свои! Скажите, а кто будет в жюри фестиваля? Значит, жюри будет тот, кто ставит все номера Леди Гаги. Господи, Лена, таблетки в жюри, ты что, больная, что ли, вообще? Игорь, я шучу, что ты орешь, я не понимаю. Значит, жюри будет Лепа, Волочкова, Цискоридзе. Ну, в общем, все те, у кого сейчас много свободного времени. Слушайте, ребят, я вам хочу рассказать одну историю, которая со мной вчера в Юрмале произошла. Я, если честно, прям напряглась. В общем, Надь, подожди. Ну, фестиваль же музыкальный. Надо петь. А, хорошо, поняла. Напряглась я прямо, шла я ночью до дома. Слышу, кто-то меня преследует в городе незнакомом. Я прибавила шагу, сумку крепче схватила, и на всякий да на пожарный я кольцо проглотила. Я зашла в подворотню, а шаги за мной фоном. Проглотила я, чтоб до верного, кошелек с телефоном. Разобрала штакетник, но его есть не стало. Грязью так вот лицо намазала, и вот так с доской встала. Я стою типа Рэмбо, в животе звонит мама. Как не вовремя позвонила, лишь бы скайп не включила.
Но к тому, что случилось, я была не готова. В круге света я увидела самого Маслякова. Он стоит весь красивый, и штаны, и пуловер. Спросил: Наденька, что ты делаешь? Репетирую номер. Ну правильно, Настя сказала, конечно. Умница. Дорогие друзья, на самом деле на улицах Юрмалы никто никогда не пострадает, потому что местная полиция работает великолепно. Полиция! Да. Слава богу, нам нужна ваша помощь. Что произошло? Слушайте, у нас украли сумки просто. Что? Что приключилось? Слушайте, у нас... Помедленнее, пожалуйста. Помедленнее, пожалуйста. Что помедленнее? Что пожалуйста? Что пожалуйста? Да. Начальник, командир, майор, как вам обращаться? Стасик, выручай! Маленький, большой, важный Стас, пузатый, старый, старший! Леонид? Старший Леонид, выручай! Лейтенант! Мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой! А, Матонис. Да, Матонис. Старший, да. Матонис. Значит, слушайте, как все было. Мы приехали из Якутии на КВН. А, на... Из Якутии. Я из... Да, из Якутии, понятно. Слушайте, в общем, приехали мы на КВН. А, вы... КВН. КВН. Мама покерфейс, мама покерфейс. No. Мама, ну, да, дорогие, мы, значит, как. КВН. Ну, А, рукой нельзя показывать. Ну, мама. Масляков, ну конечно, Александр, да, Васильевич. Верно, да. Конечно. Ну, сумки, вызывайте подкрепление. Делайте что-нибудь. Я не знаю. Окей. Первый? Да. Люди пришли, у которых сумки украли. Да. Да, все нормально, сумки нашли, отпускай. Спасибо, слава богу. Спасибо большое вам. А можно вопрос? Да. А почему вы заикаетесь? А что такое, Саша? Дорогие друзья, что хотелось сказать в завершении. Мы 3 года не играли в КВН и вот приехали в Юрмалу на музыкальный фестиваль. Потому что мы считаем, что наша песенка в КВН еще не спета! Да! Каждый год из России, из-за границ, молодежь приезжает, получает птиц. И не важно, в каком темном мире.